Орегано – ароматное растение, которое переводится с латыни как «царь горы». В народе еще называют душица, материнка, ладанка, душанка, телолюб. Эта зелень универсальна, так как применяется и в медицине, и в кулинарии. Полезные свойства орегано известны давно, обусловлено это уникальным составом. Растение содержит эфирное масло, флавоноиды, органические кислоты, витамин С, В1, В2, Д, А, К. В душице также фолиевые и розмариновые кислоты, такие минералы, как кальций, магний, натрий, железо, калий. А еще бета-каротин, карвоклот, дубильные вещества. Витамин С в составе зелени обладает противовоспалительными свойствами. Душицу используют при приготовлении антисептиков. Помимо этого, растение может применяться в борьбе с респираторными заболеваниями. Оно разжижает мокроту, является отхаркивающим средством. Дубильные вещества ориентированы на заживление ран и ожогов. Душица успешно справляется с кишечными палочками, а также паразитами желчного пузыря. Ей под силу и золотистый стафилококк, в то время как даже сильные аптечные антибиотики не всегда помогают при столь агрессивной инфекции. Растение показано при нестабильном эмоциональном состоянии, бессоннице и подавленных настроениях. Советуют часть душицы и детям, в чьем поведении заметна повышенная возбудимость. Для женщин в период менопаузы прием орегано полезен своими успокоительными свойствами. Некоторые специалисты советуют добавлять в рацион специю во время лечения алкоголизма. Полезна она и для кормящих мам. Зелень способна снять боли слабой и средней интенсивности. Например, при несильных зубных, мышечных и головных показано принимать отвары из растения. Кроме этого, орегано помогает устранить спазмы. В косметологии настой душицы применяют при проявлении угревой сыпи и прыщах. Регулярное умывание этим средством делает кожу матовой, чистой и свежей. Внимание! Не рекомендуется употреблять орегано во время беременности, при язвенной болезни и повышенной кислотности желудка, гипертонии, печеночных, кишечных и почечных коликах. Зелень в кулинарии применяется в свежем или в сушеном виде. Хорошо подходит для блюд из мяса, овощей и грибов, томатных и мясных супов. А еще она неотъемлемая составляющая приправы прованские травы. В свежем виде душица сохраняет вкус и пользу не более 5 дней. Лучший способ хранения продукта в холодильнике. Также орегано можно высушить. В таком виде пряность может быть пригодна для употребления около года.